Вы когда-нибудь просыпались от телефонного звонка, стука в дверь и удара по морде одновременно? Как же так произошло? На самом деле все довольно прозаично и просто. Сначала вы много зарабатываете и много тратите. Потом доход уменьшается, но траты те же. Вы влезаете в долги сначала друзьям, потом к друзьям друзей, коллегам, приятелям. Но не все деньги идут на погашение долгов. Нужно ведь и о себе подумать. Это инвестиционная финансовая компания, куда люди приносят деньги и получают прибыль. Да, это пирамида. Вчера деньги все должны были отдать, но что-то я не понял. Денег нет. Мне нужно время. Слышь, ты урод. Где деньги? Где деньги? У тебя будет время? До 10 вечера сегодня. Короче, парни, время идет, надо что-то делать. А именно сваливать. Есен? Свалить не получится. В смысле не получится? Даже где-то глубоко внутри меня есть такое ощущение. Надо что-то замутить. Дело реально. И что ты думаешь? Те, кто это делает, чем-то лучше нас? Да ну бред какой-то. Может, стоит проконсультироваться с кем-то? Давай конкурс объявим на лучший план ограбления. Тебе ЛВ надо? Ты понимаешь, что ты теперь на 10% больше должен? Да, конечно, понимаю. Повтори это. Да, конечно, понимаю. Не это, придурок!